Здоровки всем, добро пожаловать в Defender 2, это Tower Defense, давай посмотрим, что за Tower Defense. Так, в принципе, у нас здесь подарок за вход в игру. Сейчас. Хотя нет, есть вот что-то. Забрать. Так, и... Да, вот сиди разбирайся. А вот атака есть. Давай хоть посмотрим, что игра из себя представляет. Ну, это нападаем мы, что ли? Бр. Не совсем понимаю. Я плохо очень могу ориентироваться в этих играх, где вертикальный экран. Тут, мягко сказать, довольно все сложно. Грузилось, это уже хорошо. Ничего у нас тут, башни, магия. Так, подожди немного. Да, вот так смотреть, конечно, ужасно. Ой, как все мелко-то я увеличу. Уж Alien Shooter Tower Defense, который на планшетнике есть, мне и то намного сильнее понравится. Так. Он что, какой-то бонус дает? Что-то, по-моему, какая-то хрень, слушай. Что это сейчас было? Да, Tower Defense, народ, конечно, ну, довольно скромно сделанный. Мягко сказать. О, это еще что за фигня? Волк в капюшоне.
Ну, я-то жду. Все, типа мы победили, да? Ну, слушай, не знаю. Опять же, игра народ на любителя, что из себя представляет, вы можете посмотреть даже так. Если бы она была на широкоформатный экран, я бы мне, конечно, поиграл, но... Блин, я не знаю. То есть, если на мобильнике ее запустить, она у меня будет смотреться, наверное, сутуло немного. Ладно, на этом, в принципе, я такое закончу. Это для обзора, в принципе, хватит, что игра представляет. Но, говорю, это на любителя. Может, вам такие игры нравятся, в таком формате играть. Мне ни на телефоне, ни на планшетнике не будет удобно играть. Всем удачи, всем пока.